Выездная коллегия началась с небольшой медиапрезентации. Организации, предприятия и колледжи Бобруйска продемонстрировали министру информации свою продукцию и достижения. Они, к слову, не ограничиваются только печатными изданиями и полиграфией. Медиаплатформа города – это интернет-площадки и даже молодежные телеканалы. Мы приехали из Москвы, от международного форума «Пространство Евразии». Мы там стали финалистами. Уже на заседании Александр Карлюкевич подчеркнул, роль региональных СМИ велика, а в нынешнее время вырастает еще больше. Благодаря газетам, сайтам, радио и телевидению жизнь областей и районов не теряется в бурных потоках информации. Что касается медиапространства Могилевской области, ее работу министерство оценивает положительно. Но все же стоит задача активнее и смелее наполнять контент объективными и оправданными критическими материалами. Газеты, телепрограмма вместе с властью должны разбираться в сути проблем. Если об этом не скажет региональная пресса, если проблемные вопросы будут замалчиваться, снижается не только авторитет самих изданий, но снижается и авторитет власти. В радийных и телевизионных эфирах, на страницах газет и в интернет-порталах должно быть то, что не безразлично людям. Кстати, как показывает статистика, население Могилевской области волнует рост цен, доходы, здравоохранение и безработица. Кроме ориентиров работы региональных СМИ, на коллеги обсуждали и фейковые новости. Люди уже устали все-таки от вранья, от вбросов, от недостоверной информации. Зачастую информация на новостных порталах, в социальных сетях действительно небезосновательна. Ну, в таких случаях управление направляет материалы на реагирование в горосполком, мы ответы получаем в течение рабочего дня и сразу же, конечно, мы их размещаем. После заседания журналисты, обозреватели и редакторы посетили типографию «Непогодина» и «Красный пищевик», а еще редакцию газеты «Бобруйское житё», радио «Зефир ФМ» и телеканал «Бобруйск 360». Эта коллегия прошла на базе нашего города не случайно, ведь здесь сегодня работает мощная медиаплощадка. Гости познакомились с масштабами производства контента и инновационными подходами в сфере развития интернет-СМИ. Елена Кутузова, Максим Галионко, Дмитрий Шевцов, Иван Бобруйск 360.